Как вы относитесь к бреду о запрете смерти Сталина? Вся молодежь смеется над этим старичом в Думе и их запретами. Я вообще считаю, что «Смерть Сталина» – хороший фильм. Тут пишут, что он глупый и не смешной. Нет, он, во-первых, он и не должен быть совсем-то смешным. Это историческая фантазия на достаточно серьезные темы, но при всем при этом это не назвать, что это черная комедия, а местами даже и вовсе не комедия. Это высокая пародия, но пародия не всегда бывает смешной. А многое, что там высвечено, а многое, что там выведено на первый план, в частности, всеобщая неготовность к свободе и вместе с тем всеобщее облегчение от окончания зверства и ужас этих людей, которые понимают, что в новой эпохе они не нужны, все окружение его, которое мучительно пытается приспособиться и понимает, что ненавистный тиран был гарантом их существования. Тут много чего есть умного и серьезного, и есть о чем поговорить. Да? Запрет, ну, этот запрет будет или отменен, или преодолен. Сейчас запрещать бессмысленно. Все, кому надо, посмотрят. Что случилось с